Россиянам не нужно рассказывать, что в последние годы их доходы стремительно катятся вниз. А вот цены на продукты, коммуналку, одежду, наоборот, растут. Индексации пенсий ситуацию не спасают. К тому же велико количество людей, у которых размер пособия катастрофически мал. И надеяться на чью-то помощь бессмысленно. Правительство же делает вид, что ничего такого не происходит. По телевизору вещают, что ситуация стабилизируется, Россия уверенно вырывается вперед, становясь мировым лидером и прочее. Дошло до того, что в ООН заинтересовались проблемой россиян больше, чем их сограждане, наделенные властью. Особое подразделение международной организации, ведающее продовольственной безопасностью, официально предупредило правительство РФ, что уже более чем 9 миллионов жителей Федерации буквально выживают. Находятся в условиях нехватки продуктов питания минимального набора, необходимого для существования. Причем сделано это было публично. Так что во всем мире узнали, как процветает Россия. Росстат подтвердил данные выкладки. В ведомстве вывели цифру в рублях, которая нужна средней семье для нормального удовлетворения потребностей в продуктах питания. Это 61 тысяча рублей, вдумайтесь в это значение. И сопоставьте с реальными доходами. А также с тем, что рассказывают в правительстве РФ и по телевизору о минимальном размере оплаты труда и потребительской корзине. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.